Ну что, мы продолжаем. Так, продался, закупился. Хороший товар. Молодец. Я доволен. Ну, удачной охоты, сталкер. Ага. Это, кстати, не все задания. Сейчас тут еще где-то заказчик у нас. Насчет логова кабанов и костюма. Жаль, его себе оставить нельзя, наверное, будет. Вот он, наш заказчик. Так, отлично. Потерян предмет кольчужная куртка. Получен предмет каменный цветок. Еще задание. На данный момент задания нет. Отлично. Что за каменный цветок? А, это тоже артефакт пулестойкость плюс 3. А, вот я их могу на себе носить. Но только радиация будет расти. Радиация будет расти, это... Означает, что у меня ХП будет уменьшаться медленно или что? А, нет, наверное, вон лампочка где. Вон лампочка где. Это означает, будет потихоньку. Если сейчас начнет увеличиваться, тогда их уберу. Когда персонаж находится в зоне с высоким радиационным фоном или носит на поясе радиоактивный артефакт, у него появляются признаки радиоактивного поражения. При этом у персонажа начинает уменьшаться здоровье. Для снятия эффекта... Ну, понятно, надо выйти, принять что-нибудь или типа того. Короче, пока я их уберу, потому что смысла нету здесь ходить с этой фигней. Так, логово кабанов тоже сдаю. А, так, получен предмет выверт. Уничтожить мутантов на ферме. Ну давай, возьмусь. Тут хоть и граница зоны, но новичкам и здесь не сладко. Бандиты, то еще полбеды. Они хоть русский язык понимают, а вот мутанты, с ними совсем худо. Устроили себе логово на заброшенной ферме. Единственное хорошее место для перевалочного лагеря заняли. Если сможешь очистить ферму от мутантов, с меня прочитается. Я берусь. Надоело. Класс! Мутантов на ферме, хвост псевдособаки. Здорово даже. Ну не так. Ну так на это времени побольше надо. Времени, сноровки, опять же. Вот наберусь опыта, будут и башни, как у людей, стопудов. Интересно, что оно не отмечается почему-то. Мне надо покинуть, что ли, эту зону? Заблудился как-то долго ведь. Идет и кричит. Люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау! Тут его кто-то догоняет и хлоп сзади по рюкзаку. Ну, он оборачивается, а там стоит кровосос. Грустный такой. Чего орешь, а? Удолбился уже полный штаны ежиков, но он все-таки кричит. Я того запутал. Кричу, вот, может быть, кто-нибудь услышит. Кровосос помолчал, помолчал и говорит. Ну, я вот услышал. И чего теперь делать будем? Блин, да не смешно. Здорово, что прям свертела. Скворчащий, сочный. Ладно, выступаем. О, тут под мостом какие-то появились. Еще мини такие места есть вот во втором домике, типа что-то. Сейчас посмотрим. Где-то здесь что-то должно быть. Чё, да ладно, не это? Ага. Или это? Ну-ка. А как мне туда пройти там? Там эта хрень. Вон, каменный цветок. Хрен до него дотянешься. Ну-ка, а если сквозь эту хрень что будет?
Понял. Нельзя. Ну и выстрелить, наверное, в эту хрень тоже нельзя, да. Бесполезно. Так, этих я обойду под мостом, а то с ними конфликт будет. Их вообще обойти можно? Тут все закрыто, блин, как мне. А, я помню как. Помните там, где по квесту проводник? На, вот сюда вот надо здесь, наверное, пройти. Лады. Да, блин. Сплошные аномалии. Да жесть. Да, вот сказано, что военные охраняют, но здесь, получается, здесь тоже какой-то секрет должен быть. А, я понял. Они, кажется, с определенным интервалом эти штуки работают, как ловушки. Вот, вот сейчас погасли две. Может быть, я ошибаюсь. Во, понял, да. Вот сейчас вот надо бежать, только не слишком быстро. Сейчас вот это вот пройдет. Так, все, это прошла, прошла. Тихо, 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 тихо. Меченый. Кстати, о стрелке. Пришел сталкер из глубокого рейда. Лисом кличут. Ему, видимо, худо пришлось. Просит о помощи. Он на хвосте каких-то тварей притащил. Говорит, что долго не продержится. Он, возможно, знает о стрелке, так что бегом к нему. Даю координаты. Свой, свой, свой. О, зачистил ферму. Плохо. Так. Поможем лису по квесту. Может, еще этих собак. Я их, короче, убивал, я нашел, как они выглядят. Просто мне не выпал хвост, не повезло. Там с вероятностью он выпадает. Может, там как раз эти собаки на него сейчас. Нет, это не те. Это не те собаки, к сожалению. Вон еще какие-то есть. Ладно, давайте его подымем. Мужик, сюда! На, держи. Сталкер, аптечку, дай аптечку. Кто они? Ладно, давайте с ним поговорим теперь. Спасибо, так я теперь внимательно тебя слушаю. Торговец сказал, что у тебя есть информация о стрелке. Из чего это им все в последнее время заинтересовались? Ну, сказать, что я его лично знал, так совру.
не было такого опыта общения, правда, кое-какой есть. Как-то его группа моих ребят обстреляла, никто не пострадал, они явно других ждали. Блин, не дали зачитать. А-а-а! Охренеть. Чё за рейд? Отдали. Он сказал, что все, мы отдалили тварей. Ни одного хвоста. Но это не с них он должен быть, но да ладно. Так, в общем, он рассказывал, никто не пострадал, они явно других ждали, так что дальше разошлись мирно. Поматерили друг друга через овраг и разошлись. А, серый мой брательник сейчас в ангаре на свалке, я тебе скину координаты, пообщаешься. Он о стрелке больше знает. На выходе поосторожнее, там компашка бандитов обосновалась. Кстати, тут за мной мутанты гнались, и не думаю, чтобы они угомонились. Не поможешь мне их отстрелять? Раз, два, всего-то делов. Тут еще можно с этими сталкерами торговать, и, наверное, имеет смысл их чекать, потому что, может быть, у них, у кого-то, может быть, что-нибудь такое. О, вот этот! Сука! Вот, из него выпадает, вот из этой херни. Да, блин, ни одного... Хвоста, зараза. Какие они резкие. Да ё, да тут радиация. Я уже сейчас загорюсь. Но это того стоило. Хотя это не точно. Немножко... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ё, да, радиацию получил, даже ничего не успел. Сейчас, короче, жук. Так, наверное, нужно принять вот эту хрень. Да, и вроде остановилась эта вся. О, аптека полностью восстанавливает. Аптеки, да, нормас. Так, что я там слутал? Бандитская куртка, традиционная одежда бандита, кожаная куртка со вшитыми броневыми элементами. Дает защиту, крайне недостаточную в жестких условиях зон. 3000, ну лучше, чем то, что у меня. Подожди, у меня что? У меня за 1000 рублей... А это за 3000. А где сама броня-то показана? А, ну вот, статы. Ну, всего на процент лучше. А, нет, пулестойкость на 6%. Да, я теперь уже неплохо прокачался. Так, еще один труп нашел. Там ничего. Тайник в машине. Да блин, опять радиация, не люблю. Кто там стреляется с кем? С собаками. Пусть стреляются, мне надо вот это вот лутать быстрее. Все, мне капец. А это что, армейская аптечка? Типа она лучше, чем та, да. Но эту все равно придется использовать. А, это даже не полностью восстанавливает ХП. Ну ладно, тайник залутал, по крайней мере. Ладно, все-таки я пройду обратно по дороге, потому что опять ходить через эти дебри меня не устраивает. Пусть эти мудаки отодвинутся. Я должен пройти. В сторону, блин.
Чё, проблема? Мне стрелять по ним? Стрелять или они будут сейчас по мне стрелять? Или я могу вообще тут пройти? Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. А, можно поговорить, попробовать. Ну что там путь, конечно, геморный. Хочу поговорить. Сержант Анисьев военный. Здесь проход воспрещен, сталкер. Мне надо идти дальше. А нельзя, но если очень хочется, то можно. Например, за 500 денег. Отношения враг. Ранг новичок, группа одиночка. А если денег у меня нет? Тогда гуляй, откуда пришел. Разживешься, приходи. Решишь пробраться втихаря, как собаку пристрелим. У них нету случайно чего-нибудь? Какого хрена? Может мне их... Жалко армейские расходовать. Ты приплыл. Сложно с ними. Сложно. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Так, ладно, битва за мост, значит. Сука. Есть убитый! Не со всех сторон. Чего стоишь? Ладно, заплачу деньги за проход, наверное. Я надеюсь... На. Теперь слушай сюда. Мы час делаем вид, что кроме комаров и бабочек тут ничего не порхало. Дальше не обессудь. Типа, не понял, через час мне им опять платить? Я думал, тут навечно это проход. Вы чё? Не, я не согласен каждый, блин, раз платить по пятихатке. Ты чё? Ладно. Сука, какая же долгая перезарядка у этого дробаша, это нереально. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Но они в броне, их хер пробьешь так. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда.
Капец. Вот сколько тут жизни нужно, чтобы... Сколько нужно чего переноситься стоишь, в параллельные вселенные. Хочешь пройти, иди сюда. Да пипец. Не, не хватает вообще мощи огневой. Вообще не хватает, жесть. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Оккупировали. Нет, вали отсюда по-хорошему. Попробую. Убью. Вот тебе. Тут херово еще видно из этих кустов долбанных. Сука. Сука! Рашат! Ну пипец! Они просто не дают выдохнуть. Они, короче, рашат, рашат. Чего стоишь, сталкер? Не, ну это классно. Пройти, иди сюда. Говори. Сейчас, 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 сейчас. Будем отступать тогда. О, один выстрел, один труп. Следует, нет? Прикрой меня. Не уйдешь. Стрелю. Ах ты, обошли, суки. Ну, с такого расстояния нереально. У меня бы тоже калаш какой-нибудь. Минус, минус. Прикрой меня, прикрой! Отлично. Еще один минус. Еще один. Чисто? Фу. Зачистил сектор.
Неплохо. Мистер Андерсон. А чё у них, экипировки брони никакой нету суперской? Я таких боссов убил. Информация о схроне у сельской дороги. Я не знаю, чё там, но... Какая-то инфа была. О! Чё, неплохо. А эти коробки не рушатся? Это нарушится. Нормас, зачистил. Тут еще, кстати, один. Теперь можно будет напродавать всякого. Так. Я взял... Аномалия все равно не пропадает, но я взял, похоже, из тайника эту хрень. Хотя что-то она все равно здесь показана. Значит, эта хрень, которую я взял, это не то, это просто артефакт. Так, еще тут тайник. А, я его уже обыскивал. Да, он не исчезает. Значит, может, я там тоже залутал все, просто он не исчезает. Так. По поводу задания, притащить хвост... Так. А, это вот этому насчет фермы. Так, кровь камня. Еще работы нету. Ну-ка. Блин, продайте кто-нибудь пацаны. Ёлки-палки. Хвост псевдособаки, ни у кого ничего раньше, нету. Что столько таскать на себе придется. Вспомнил вот. Патроны, еда. Сидят два сталкера на берегу озера. Один другому говорит. Насчет радиации я тебе чего скажу. Гонит, как не знаю кто. Я тут уже лет 5 шарюсь безвылазно. Изменений никаких не заметил. Сам как думаешь? Да, фигня однозначно. Хотя, с другой стороны, чешуя-то в последнее время чешется все чаще. Не, ну хорош. Я чалоп. О. Ничего, нормалек. Прорвемся. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. И я, и друганы мои. Прорвемся. Короче, артефакты можно вот в этом ящике вот здесь хранить вещи свои. То есть прямо вот здесь у Сидоровича можно вот в этом ящике хранить что угодно, как я понимаю. Я вот думаю насчет артефактов. С одной стороны, их можно продать. С другой стороны, они какие-то там возобновляемые, невозобновляемые. В общем, фиг знает. Ну-ка, а просто теоретически... То есть вроде их можно находить в этих... Ну-ка, за сколько я его могу продать? За 650, неплохо. А этот за, тоже за 650. А это за 1000. О, это каменный цветок. Пулестойкость плюс 3. Ну, наверное, я их, кстати, не буду продавать. Тогда оставлю. А это за фига водка. Нафига? А, уменьшает воздействие радиации. Калаши, кстати. Чуть задешево слишком. Может, их тоже не продавать, оставить на потом. Братан, ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Да я все врубаюсь. Так, кожаную куртку свою продам. Она неплохо. Хороший товар. Ты эту хрень тоже продам. Неплохо. Хороший товар. 50 тысяч комбинезон сталкера, нифига себе тут появился. Все круче и круче. А, вот пистолет у меня, а какой-то еще есть фора 15МК, экспериментальный прототип пистолетов. А что у него лучше? Там не сказано, что лучше, экспериментальный прототип. Это, и в чем фишка? Интересно. Экспериментальный стоит дороже. И весит побольше. Короче, сказано, что вот этот фора экспериментальный, это единственный пистолет в игре. Который можно подобрать вот с трупа этого майора, или как его там.
в идеальном состоянии. В общем, калаши, наверное, сложу, потому что что-то их задешево слишком... задешево они продаются. Хотя... артефакты я, наверное, тоже сложу. Сейчас посмотрю, там радиацию они все добавляют. У меня безобидных здоровье плюс 200%. Ничего себе. Удар минус 10, разрыв минус 10, плюс стойкость минус 10. Ну, интересно, конечно. А то с перегрузом не хочу бегать всю игру. Так, хвост собаки тоже можно сложить. АКМ-74-2У. Ну, на калаш у меня очень мало патронов. Сейчас посмотрим, может, он что-то продает. Не, на калаш у него, кажись, нету особо. Да, денежек что-то мало совсем прям. Неплохо. Хороший товар. Хорошо. Ну, будет еще, заходи. Тут есть ЖК, дробь. Там еще есть всякие модернизированные пушки, измененные и так далее. Так, ну я думаю, достаточно пока. О, они тут ночью ходят с такими подсветками. Прикольно. У меня классическая версия игры, ну, лицензия в Стиме. Артефакт, шмартефакт. Я же его не... Здесь артефакты, которые можно обнаружить только ночью. Некоторые проваливаются под карту, как какие-то трупы и так далее, и так далее. Ну, в общем, своя атмосфера. Ну-ка, калаш как. Это какой-то обрезанный калаш, по-моему, да? Так, сейчас следующий квест по документам каким-то. Стая чертова. По ней еще хрен попадешь. Охереть, ты-то кто? Все? Ах ты, сука! Юрка Апостол, бандит. Наел фонарик. Я знаю про всякие моды, там улучшающие графику, еще что-то. Я не хочу, я хочу в классическую игру играть. Я в классику не играл. Я хочу увидеть ее в первозданном виде. Вон еще один у нас клиент. Охереть, у него он с калашом был. Опытный бандит. Пашка Железячник. Пашка. Тут, кстати, много трупов бандитов. Что-то с ними случилось. О! Тут нашел какую-то хрень. А, это вот. Понятно. В общем, луту на самом деле много уже. Можно идти обратно даже продавать. Я, наверное, там всех этих не смогу залутать. Что лута много. Может, тут где-то узнать у серого... на стрелке. Там, наверное, торгаши должны быть, какая-то безопасная зона, чтобы мне туда не бегать к Сидоровичу постоянно. О, нихера. Быстро! Обходи, обходи эту шелупонь! Бандиты, что ли?
Не бойся, мы тебя рядом. Да, бандиты облюбовали пост. Чё-то кто-то дышит. Это я? Йо, офигеть! Крыса! Вы прикиньте, он меня ваншотнул. Вы представляете, как он закрысил? Вы видели, как он закрысил? Это такая жесть. Тут еще разброс есть, даже ты целишься в прицел, но разброс все равно есть, капец. Так, ладно, аккуратно. Я знаю, что там кемпиш. Выходи, падла. Сука, а где он? Вы прикиньте, он локацию сменил. Перейти на другую локацию нет. Где-то тут третий должен быть. Смотрите, кто к нам колеса! Ё-моё, их там двое, они что тут респаунятся, что ли? Да, они похоже, что заходят, знаете, как на локацию, как будто жесть какая-то. Давайте на другую локацию перейдем. Ну да, логично, тут как бы переход. Козёл, не врубаешься? У меня ничего нет, не стреляйте! Ты чё, козёл, не врубаешься? Чуваки, да я пустил! Пошёл! Ладно, давайте дослушаем, что у них там будет. Чуваки, да я пустой! Ты чё, козёл, не врубаешься? Да нет, у меня ни денег, ни артефактов! Ты чё, козёл, не врубаешься? Чуваки, да я пустой! Кинь бабло или бошку отстрелим! Да нет, у меня ни денег, ни артефактов! Кинь бабло или бошку отстрелим! Я понял. Чуваки, да я пустой! Бабки, артефакты гони! Это бандиты, быстро, помоги! Блин, придурок! О, они его убили, суки? Охереть. Да, сложно. Еще если его спасать, то вообще убер сложно. Кинь бабло или бошку отстрелим! У меня ничего нет, не стреляйте! Бабки, артефакты! Только вот так. Спасибо, друг. Я твой должник. Юрик. Спасибо, ты мне очень помог, я этого не забуду. Внимание всем, говорит Бес, командир отряда нейтралов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Предполагаем контратаку. У нас мало сил, так что, кто может помочь, присоединяйтесь. Что здесь происходит? Мы пытаемся очистить свалку от бандитов. Сейчас мои друзья неподалеку ждут рейд бандитов, чтобы остановить их. Если бандиты станут контролировать эту свалку, то ни для кого не будет прохода вглубь зоны. Поговори с нашим командиром, он тут рядом на кладбище машин со своими бойцами стоит. Я сейчас к нему иду, можем пойти вместе. Идем, что можешь интересного рассказать? Да я как не в курсе последних событий. Подожди, мне надо этих залутать. У них глушаки. Мало патронов. Так.
У меня из-за перегруза очень быстро расходуется бег. Привет, сталкер, ты как раз вовремя. Нам сейчас очень нужна твоя помощь. Бандитское отродье пытается получить контроль над свалкой. Здесь полчаса назад была драка. Троих уродов мы положили, остальные братки отступили, но явно вот-вот вернутся с подкреплением. Нас мало, и лишний ствол не помешает. Продолжай. Мы им тут устроили засаду. Они пойдут со стороны НИИ Агропром Запада. Если поможешь нам уничтожить их подкрепление, то я в долгу не останусь. Хорошо, я помогу. Отбить рейд бандитов. Что можешь интересного рассказать? Не в курсе последних... Так, а нельзя ему продать лишнее? Нет, нельзя. Ну, лады. Что он бежит идут! Сообщить? Идут! Они идут! Блин, мне бы какую-то снайперку. Отлично, мужики. О, выдвигаемся на позиции. Йо, вы перегружены, чтобы двигаться. Да ты угораешь. Как мне выкинуть что-то? Всем занять позиции. Подпустим их ближе, чтобы завалить наверняка. Сколько мне их держать? Ой, сори. Молодцы, мужики, мы их одолели. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем. Да мне надо куда-то продать это все, тут столько добра пропадает. Причем вот эта хрень стоит дороже, чем калаши. Ладно, мне надо с них хотя бы потрошки залутить и вот это вот все. Информация о схроне. Так, а тут кто-то из них помер. Вроде все залутал. Неплохо там аптечек, патронов. Грену. Спасибо, друг, ты нам очень помог. Деньгами возьмешь благодарность? Возьму. 2000, отбить рейд бандит, держи на поправку здоровья, спасибо. Я достаточно много знаю, могу поделиться информацией. Так, жаль, с ним торговать нельзя. Расскажи о себе. Меня зовут Бес, я пришел сюда 3 года назад, как и многие здесь беглец. На мне висит 2 убийства и тяжкие телесные. Несколько лет назад моего друга сильно избили в чужом районе. Его по кускам в реанимации собирали, пришлось нанести визит вежливости. Когда меня пришли задерживать менты, пришлось пристрелить одного и выпрыгнуть с 3-го этажа. С тех пор я обретаю здесь. И счет свой, и набор статей увеличил прилично. А здесь по мере сил борюсь с беспределом, как и на большой земле. Тренирую и организовываю молодняк, учу их здесь выживать. А чего в долг не пойдешь такими убеждениями? Долг борется против зоны, а я борюсь за людей. И кроме того, они слишком сильно связаны с правительством и армией. Не горю желанием за одно прекрасное утро проснуться в КПЗ. Удачи тебе. Так, что это за место? Свалка, место, где нам самое место. Видишь, куча всякого хлама. Туда лучше не ходи, там радиоактивные отходы, счетчик Гейгера, как соловей поет.
Тут единственный удобный проход вглубь зоны. И в последнее время здесь стали активизироваться бандиты. Дальше, куда ходят опытные сталкеры, где территория долго, они сунутся бояться. Здесь шакалить, обдирая молодняк, милое дело. Так что если всем наплевать, приходится опять браться за оружие. Продолжай. Это моя жизненная позиция везде. А тем более здесь необходимо оставаться человеком, а не скотом, у которого только одна цель – жажда наживы. Какие-то крупные постройки на свалке есть. По центру стоит заброшенный ангар. Там, в принципе, достаточно тихо. В крайнем случае можно и переночевать. Если пойти на запад, в сторону агропрома, там лагерь бандитов. Именно оттуда и шли эти отморозки, которых мы недавно постреляли. Но я чувствую, что это далеко не все. Спасибо. Мне тебя ничего не надо. Так, пойдем по квесту, узнаем у Серого, что это тут радиоактивность и как мне туда пройти. Ну, видимо, по дороге пойдем. Опа. Бандик? Бандиты, да. Их тут капец много. Кранты вам все. Херово, он, конечно, не метко. Ой. Держи аптечку. Молодцы, мужики, мы их одолели. Всем отдыхать. А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Блин. Они тут говорят, эй, баклан, разговор есть, выходи. Бык. Минус два, неплохо с такой дистанции попал в голову. Какая-то жесть прям.
Быстро! Да, очень их много. О, это какой-то... Выносливость плюс 36, электрошок минус 10. Бенгальский огонь. Так, еще сука. У меня уже перегруз, блин, 53 из 54. Колбаса весит-то. Сажу вот его. Место занимаем. Атанда! Чего? Ты еще какой... Я с этой дистанции не реал. Какие у него прямые, все прут и прут. Так, ну где тут, какой там, кто там, седой или кто? Серый, а, спасибо, что помог, было жарко, ты вообще откуда нарисовался? Я ищу информацию о стрелке, у Лисы узнал о тебе, вот и пришел. Хорошо, учитывая твою безвозмездную помощь, слушай, меня будет ждать один из ребят, бывший диггер. Кротом кличут, он раскопал нычку стрелка, не знаю, нашел он там что-то или нет. Вот те координаты места встречи с ним и скажи ему, что ты от меня. А так, как меня теперь стерегут, то я пока уйду в подполье. Вот, кстати, денежка в благодарность за помощь. Получить информацию о стрелке, 2500, спасибо за информацию. Так торговать. Но у него аптека есть, и опять я ему ничего не могу продать больше. Пить как охота. Поговорим! Только сперва пушку спрячем. Да чтоб в нос шибал. Тут еще найденные КПК, КПК бандита с фабрики. Один братан вчера ушел на разведку на заброшенную мельницу, и о нем до сих пор ничего не слышно. Надо бы сходить узнать, куда он подевался. КПК Толика, дневник Толика. Торговец послал следить за военными на НИИ Агропром. Туда приперлись, всех постреляли бандитов и военных, накрыли что-то интересное, остальное передаю шифром абракадабра, типа шифр. КПК мертвого сталкера. Я оставил на заброшенной ферме небольшой тайник. Там немного еды, патроны нести уже не могу, силы на исходе. Не уверен, смогу ли я добраться до лагеря. КПК мертвого новичка. Тут какая-то очень странная аномалия. Похоже, что она передвигается. Я попытаюсь вычислить ее траекторию и время перемещения, потому что платить солдатам на мосту за проход у меня нет денег. КПК Лиса. Серый Лису. Один знакомый попросил встретить группу сталкеров, раскопавших тайник стрелка. Я буду на свалке, если что, подходи. Личные заметки. Чё-то смутно помню какую-то машину, долго везли, болело все тело, потом темнота. Что до этого, а вот что было, до этого, что было, ума не приложу. Бред какой-то. Теперь этот толстый мужик называет меня меченым, видимо, из-за странной татуировки на руке. Плюс это непонятное единственное задание убить некого стрелка на моем КПК. Еще вопрос, мое ли это КПК? Фото стрелка, как не напрягаю мозги, не могу вспомнить, знаю я его или нет. Черт, все это напоминает дурной сон. Вот только проснуться не получается. Что делать? Куда идти? Хуже того, кто я? Так, успокоиться, держать себя в руках. Первое, видимо, пока придется таки побегать кабанчиком по заданиям этого Сидоровича. Все-таки говорит, жизнь спас. Да и может все не так плохо. Прогуляюсь, приду в себя, глядишь, мозги прояснятся. Первое впечатление. Так-так, воздухом подышал, зверушек местных увидел. Кстати,
Их я хоть и смутно, но вроде помню. Местный аттракцион под названием «Аномалия» я пробовал. Судя по тому, что выжил, с ними тоже сталкивался. Но вот голова моя вспоминать что-либо прямо отказывается. Сидорович, хитрый жук, понял, что меня теперь использовать практически даром можно, и этим хочет воспользоваться. Хотя, может, все-таки поможет с поисками этого чертового стрелка. Потому как он единственная нить, связывающая меня с прошлым. Первая дальняя вылазка. Так, отправляюсь в первую дальнюю вылазку по зоне, а бывший НИИ «Агропром» за документами военной экспедиции. Вместе с заданием услышал информацию торговца, больше похожую на легенду о местности где-то на севере по пути к центру зоны, где мозги закипают. Принимая тот факт, что с головой у меня явно не все в порядке, надо к этой теме присмотреться и народ пораспрашивать. Чем черт не шутит, может, я там тоже бывал. Да еще торговец узнал информацию, что как раз стрелок эту местность вроде бы научился проходить. И торговцы хотят узнать как, для чего им это нужно, понятно. Хотят доступ к нетронутым полям артефактов получить. Ну что ж, я готов к сотрудничеству. Полезная информация. Торговец не подвел, и я ему благодарен. Дал в руки нить по плане поиска стрелка. А именно наводку на сталкера по прозвищу Лис. Он тут рядом засветился, просит о помощи. Сидорович думает, что он знает стрелка. Эх, вот всегда бы такая пруха была. Встретился с Лисом. Есть две новости. Одна плохая. О стрелке он знает мало. Другая хорошая. Я получил информацию, что его брат Серым кличут, знает о стрелке больше. Серый, я так понял, километрах 2 на север. Где-то среди свалки радиоактивных отходов в ангаре, так что задача понятна, успеть с ним встретиться, пока он не перебрался в другое место. Встреча с Серым. Надежды все быстро узнать о стрелке рушатся. Информация Серого не более чем отсылает меня к сталкеру по прозвищу Крот, который вроде бы знает место расположения тайника группы стрелка. Впрочем, если информация подтвердится, то тайник — это уже что-то материальное. Глядишь, там найду действительно полезную информацию. О, Федя Грузчик, друг. Нейтрал. Я, смотри-ка, у меня 134 ранг, или что это? Или вот здесь он 577. Новичок, группа одиночка. Да, на убийство сталкеров. Че, я 784 сталкера убил? Ну тут, видимо, все считаются. Убийство мутантов 920. Выполненные квесты 32. Всего 1736. А, ну вот кого я убил. Сталкер бандитов, новичков в основном. У него есть опытные. Есть бандиты опытные. Военные, лейтенанты, рядовые, серые. О, я тут каждый. Всех, можно сказать. Так. Ну хорошо. Так, пистолет с глушаком я выкину. Вряд ли я им буду пользоваться, потому что перегруз задолбал просто. Тут бы интересно было бы пройти, но я не уверен, что я смогу. Наверное, я и не смогу лучше обойти. Ой-ё! Или меня? Сволочуги. Это чё, глаз плоти? Да ладно, ещё в другую локацию? А, ну да, это... Эй, мужик, помоги мне! Военные собираются засада. Перебить группу Крота! Нам нужна помощь! Чёрт, это военный десант! Там же наши! А что будет далее, вы узнаете уже в следующей части прохождения. Кто лайк и коммент, молодец, и видосику конец.